вновь на Сириус Арене и перемещаемся уже в финал в опорном прыжке. Здесь у женщин и на ваших экранах стартовый лист сегодняшних финалисток. Юлия Бирюля будет открывать первая. Также 9 финалисток с учетом одной гимнастки из Республики Беларусь. Но и основная борьба, конечно же, да, я думаю, как мы уже анализировали с Димой Заниным, будет складываться между Ангелиной Лист и Вики Листуновой. Бирюля, Юля, ну что же так? Нет, красиво все начиналось. Для нее хорошо, что она уже в финале. Я так успокою тебя именно для Бирюля. Она вся хорошенькая. Она уже многие знают гимнастики. Но надо еще было очень мощно потренироваться, чтобы исполнять от начала до конца такой прыжок. Такое ощущение, как будто бы она не ожидала вот такого исхода своего исполнения. Потому что на чемпионате России этого года Юля стала бронзовым призером в опорном прыжке. Поэтому как-то неожиданно для себя так. Тогда я еще маленькое замечание добавлю. Не обязательно. То есть призер любого чемпионата или что-то еще совсем не значит, что ты технически шикарно владеешь чем-то. Это еще говорит о том, смотря какая была конкуренция в этом финале. И вот я когда сейчас просмотрела этот прыжок, безусловно, он за собой несет очень много ошибок, и при таком исполнении рассчитывать на приземление невозможно. Ну и вот что касается конкуренции, как раз-таки здесь, в принципе, на каждом нашем национальном старте плюс-минус одни и те же лица выступают. Здесь нет других. Извините. Ну, значит, она все-таки была среди вот этих всех лучшей, скажем так, второго состава. Еще раз повторяю, да? Правильно, она была законна. Но, значит, не было сильной конкуренции вообще такого высокого уровня исполнения прыжков. И я спокойно говорю, здесь Мельникова и Листунова мы будем смотреть с вами впереди. Нам объяснят, что такое прыжок настоящий. Это очень трудно. Ну, безусловно, мы будем на них отдельно пристально смотреть, конечно, потому конечно. Что одни из самых сложных прыжков. Ну вот и про Элеонору Афанасьеву не забываем. Она 8-я будет. Нет, как тут все открыта дорога. Всем. Интервью она рассказывала о сюжете Дмитрия Занина, о том, как она вернулась после рождения двух детей здесь сюда в гимнастику и выступает в финале на Кубке России. Юлия Бирюля завершила свой финал в опорном прыжке. Не очень удачно. Антон Крапивин передает ей привет. Это тренер следующей гимнастки Алины Шклоковой из Великого Новгорода, которая выходит вот уже на ваших экранах, готовится выступать. Юля у нас представляет Краснодарский край и Кемеровскую область, Кузбасс. Но первый открывать сложно. Сложно действительно. И, судя по всему, психологически плохо была настроена. Остается рассчитывать только... В любом случае, именно рассчитывать всегда только на себя, гимнаст. Какие бы мы добрые слова или недобрые говорили, как ты подготовился, как ты располагаешь своей техникой. Вот я прям не дождусь, чтобы были ответы даже для зрителя. Без разговоров будет понятно, что такое блестящее исполнение этого труднейшего вида гимнастического многоборья у женщин под названием прыжок. Ну и, к сожалению, мы больше не увидим ее в финал. Посмотрим на Алину Шклокову. Все хорошо. Такой гораздо вразумительный прыжок. И сразу хочу опять не обратиться, а напомнить, что тренером у нее является Антон Крапивин, который уже давно всегда на помосте. Мне просто добро о нем высказаться приятно, так как он славит вместе с собой город Новгород. Тоже был какой-то не сразу гимнастический. И с появлением вот этого прекрасного, инициативного, очень активного тренера Антона Крапивина, он целую группу девчонок вывел на уже не первый раз, мы их наблюдаем, и добирающихся до финалов. Ну вот, и сказать по квалификации, Алина занимала третью позицию, соответственно, после Мельниковой и Листуновой, поэтому есть шансы у нее сейчас здесь побороться. Правильно, именно. Я даже не смотрела медаль на эту, я просто смотрю всегда, на что способен тот гимнаст или другой. Вот не заглядывая на оценку предыдущую, отметила, технически она исполнила хорошо этот прыжок. 13,8. Да. Первая оценка. Конечно, 14 было бы веселее увидеть оценку, но для этого надо было четко приземление, а она дала возможность снять. Второй прыжок. Угу. Алина Шклокова. Не знаю, какой она покажет.
Ну, попроще, Пируэт. Конечно. Пируэт, да. Сукахара или Срандата, чтобы проще для понимания. Да-да. Но, ну, да, с таким прыжком сложно будет, да, естественно, это бороться. Гарантийный, как я выражаюсь, это гарантийный прыжок для того, чтобы заполнить требования финала в прыжках. Два различных надо выполнить разных прыжка. Это она сделала, но базовая стоимость вот второй попытки, она будет очень невысока. Отсюда рассчитывать только на удачное стечение обстоятельств. Вдруг все конкуренты прилягут. Кстати, за первую еще десятую ей дополнительную, да, ей сняли, видимо, за выход за ковер. Да-да-да, за линию, да-да, этого коридора приземления. Ну, у этого же Антона Крапивина еще будет в прыжках. Она заключительная будет девочка, Афанасьева, по-моему, или кто? Да, Элеонора Афанасьева, как раз-таки она восьмая, да. И вот здесь уже девятым номером Жуковская Дарья из города Минск, представляющая Республику Беларусь. Имин, давай теперь, вот извини, пожалуйста, может, я сегодня так инициативно переживаю очень за них. Вот на Алину, ой, на Ангелину посмотрим. Вот не будем мешать вам своими комментариями. Вот посмотрите. Посмотрите, это миг проходит. Миг посмотрим буквально. С удовольствием, да, и сейчас будет какой прыжок. Как надо сделать, я не знаю. Даже если не очень удастся. Пока очень неплохой результат у Шклоковой. 13.583. Запомнили. Стоять, милый. Но это сложнейший прыжок. Раз. Блестящий. И все-таки еще раз хочу объяснить зрителям. Это миг, но она, отходя от прыжкового стола, надо выполнить срочно, быстро, высоко два винта. Это дважды успеть повернуться. Но сейчас нам еще раз повторит. Раз поворот, второй поворот и прийти на ноги. И она почти в рост пришла, но чуть-чуть сгибание. Это нам с вами видно, я каждый раз делаю сноску на это. Для первого взгляда такой, как можно выразиться, онлайн, судья-то даже такие нюансы может не заметить. Но я думаю, что заметно все. Нет, тут достаточно ситок. Да ладно. Вот ты, Имин, я к таким мастерам добра. Я не про это хочу сказать. Я не про это хочу сказать. Я к тому, что здесь как раз мы говорили до начала трансляции, в чем сложность этого прыжка именно в приземлении и где можно больше потерять. Здесь Ангелина собрала и сделала лучше, чем в квалификации. У нее в квалификации за первый прыжок была оценка 14-150, сейчас 14-233. Ну, чуть-чуть получше. А вообще-то она вправе даже еще лучше делать. Да, но здесь и в финале каждая десятая, и каждая сотая. Да, Имин, все понятно. Давайте второй прыжок. Рандат, фляг с поворотом и... Ой, какая! Здесь отпрыжечка такая, да, была. Да-да, все видно. Знаете, что я вам скажу? Она четко, я услышала, успела увидеть ее интервью перед прыжком. Она понимает, что единственное, где она может быстро заработать золотую медаль, это именно в прыжках. Она располагает довольно ровным исполнением двух различных хороших прыжков. И сложные, да, сложные. Но все это понимая, ну, надо же поймать этот пол, на который приземляешься в конце концов. И какую она стрелу изобразила из рук, сбалансировав себя, чтобы не шататься. Она уже гроссмейстер, вот так я скажу. Безусловно, безусловно, абсолютно. Конечно, продираться. На то сейчас шесть судей сидит вокруг, и ее сейчас будут общипывать прям. Они обязаны, судьи, делать, видеть какие-то недочеты буквально. Ну, вот приятно. Олимпийская чемпионка. Здесь других слов ее мастерства и не подобрать. Но вот за второй прыжок ее сильно так подкусывают. Ну, мы сейчас видели. 13.066 всего и 13.649. Чуть-чуть она обходит Алину Шклокову. 13.649, да. Все. Но, естественно, пока первая позиция. Но здесь, мне кажется, для Вики Листуновой есть все-таки небольшой шанс обойти Мельникову. Ну, это ты про Листунову. Смешно о ней говорить, что у нее нет шанса. Елизавета Ус, город Краснодар. Вот это молодец. Ус, это прям Краснодар. Ой-ой-ой, вошла, значит, что там на приземлении было. Сойдет. Но неровненько поставила две ножки. Или вот, видишь... В принципе, она голеностопа. Не надо, не надо продолжать, мне кажется, в таком состоянии уже. На приземлении скрутила, судя по всему, голеностоп. И неприятно было. Тоже молодая гимнастка, вошедшая совсем недавно уже практически в основной состав. И... Нет, она подстраховывает свою больную ножку, которую она зафиксировала. Видишь, она подскакивает, как подстреленный воробейчик. На правильное решение в этом случае снять ее со второй попытки. Ну, лучше, конечно, но да. Хотя... я не знаю, не мы с тобой здесь командуем. Прыжок она сделала такой же сложный, как и Мельников. Да. Два винта. И, кстати, хочется отметить, что
техника-то исполнения неплохая. Ну, да, тело, безусловно, ломанное. Закручивалась в пируэты долго, можно чуть порезче, и тогда приземление будет поточнее, удобнее, лучше. И вот, соответственно, без вот таких вот травм. Да, поточнее. Что, она идет на вторую попытку? Идет. Это только девчонки могут так собираться. Я даже не очень всегда могу это объяснить. Я, честно говоря, тоже вот, не ожидал, что будет второй прыжок, но значит, все-таки что? Собирается, хотя подхрамывая идет на вторую попытку. И вот вопрос, стоит ли? Потому что, очевидно, сейчас она будет беречь ее еще больше. От этого поменяется вся техника разбега, самоотталкивание и приземление. Так еще надо на жесткую опору сделать. Но там это Костя подошел, что ты сказал. Артем Воинов, это специалист в опорном прыжке. И... А, прямой у нее прыжок. Уже прямо... Ну зачем? Зачем надо было прыгать второй? Вот. Естественно, там уже ничего не светило ей. Я не очень понимаю вообще. Лиза, мы за тебя болеем. Мы, конечно, за нее болеем. Желаем выздоровления. Молодец, что проявила героизм, но все-таки с тренерами, да, нужен этот иногда героизм, должен быть обоснован. Ну что ж, у нас сейчас уже готовится вторая четверка, небольшая пауза, и мы возвращаемся к нашему финалу на прыжках.
Продолжается у нас финал в опорных прыжках Кубка России по спортивной гимнастике здесь, на Сириус-арене. И вторая четверка уже заканчивает разминку своих прыжков. Вот это, кстати говоря, один из немногих снарядов, где спортсменам, гимнасткам разрешается выполнить конкретно по количеству прыжков. Если они два прыгают, например, две попытки в разминке. Не по времени 30 секунд на человека, как это бывает на всех остальных снарядах, а именно по количеству использованных прыжков. Ну вот и ты объяснил. Ну и, соответственно, оценка Елизаветы Ус общая. Средняя 12.433. Да, безусловно, мы желаем ей скорейшего выздоровления. Впереди у нее завтра, кстати говоря, еще финал в вольных упражнениях. Я очень надеюсь, что это не серьезная там у нее травма, и она сможет восстановиться. Вторую четверку плюс одна гимнастка, будем это называть так, будет открывать Калмыкова Анна. На ваших экранах Анна, представительница города Москвы, 2008 года рождения. Значит, первые старты. Да, первый старт. Елена Петровна Байдина, ее тренер. И здесь представляет МГСО «Динамо» и «Динамо Москва». Но такое приземление было артистичным. Слушай, это как раз адреналин. Она еще не может соизмерить свои эмоции. Не до конца поняла, что уже на земле. Разогналась вообще сейчас слона. Поставьте, она и губу перепрыгнула легко-легко. Ей все тесно и разлетелось на ножки. И тут же мгновенно ковырок, который стоит целый балл с ним. Снимаю с этой девочки хорошей калмыковой москвички, динамовки. Кстати говоря, хочу отметить, что техника захода в пируэты классная. Да. После фляка высокое отталкивание, есть время спокойно для вращения в пируэты. Это говорит о том, что совсем скоро она уже легко может переходить на два винта и бороться с Мельниковой Листуновой. Самое важное, что ты сейчас отметил, что ее правильно обучают технике на прыжках. И не случайно она забралась в восьмерку сильнейших прыгунов сейчас российского чемпионата. Ну, кубка. Да, Калмыкова. Хоть и оценка ее в квалификации невысокая была, средняя 12.525, но вот, в принципе, она примерно так и показывала. Когда нет другой, более высокой оценки, вывоз, это значит, нет более лучших прыгунов. Ну и здесь на прыжке каждый полповорота – это 4 десятых к сложности прыжка, поэтому здесь она сильно проигрывает уже лидерам, которые по 2 минута прыгают. Второй прыжочек она выполнила, конечно, она очень слаба по базе, сальто назад согнувшись. Но все равно эта девочка, впервые вошедшая на взрослый помост, справилась с двумя различными прыжками и второй весьма достойно выполнила. Заявила о себе довольно неплохо. Калмыкова, да. Остается наращивать и развивать. Почувствовала тот самый дух выступлений вместе с олимпийскими чемпионками. Да рядом такие две. В финале. Две такие глыбы, Листунова и Мельникова. И она среди них, вот этот небольшой шпингалетик, 2008 года, товарищи. Конечно, тут мы от нее требуем рассчитать, да надо завинтить, закрутить, встать на ноги. Спасибо, она не вылетела вообще мимо сада. Ну и вот Елена Петровна Байдина как раз-таки тоже ее так обняла тепло, по-матерински. Да. Правильно. Вот это отношение правильное совершенно показано. И действительно, такие добрые отношения всегда существуют между учеником и тренером. 12.766 оценка ее средняя. Ну а мы переходим к еще одному лидеру сегодняшнего финала, Виктория Листунова. Конечно, еще одного лидера не бывает, но одной из лидеров. Выход после отталкивания с прыжка был неплохой, даже высокий, но приземление. Даже вот совсем просто. Мы видели с вами Мельнику и ее. Это две конкурентки, прям прямая напрямую. Ну, другого нет между ними. И вспоминаем, что потеряла при приземлении Ангелина и какой сейчас шаг, к сожалению, большой выполнила Виктория. Вот с этим приземлением ей вынужден огромный шаг назад. Шаги я уже как-то объясняла. Наверное, да, это очень дорогая сбавка. К сожалению, для любой. Мы за них переживаем, потому что уж эти-то высококлассные гимнастки, сколько они шлифуют свою работу, это досадная, конечно, ошибка. Я уверена, прежде всего, она сама собой будет недовольна. Ну, посмотрим, какую ей оценку поставят. 14.033. Это такая, безусловно, посильнее, чем возможно предыдущие гимнастки, но надо еще сделать серьезный второй прыжок. Ну да, 14.33 оценка на 2 десятых ниже, чем у Мельниковой за первый прыжок. Смотрим.
второй. Разбегается, как будто тяжеловато уже Вики. Устала она, конечно, да. Уставшее такое впечатление производит. Ее прям прижало аж. Она прям как будто прорываясь через поток воздуха, и мы должны с тобой, напротив дует. Да, мы должны с тобой объяснить. Это была бешеная вчера нагрузка. Как, ну, вчера это, позавчера или вчера? Был уже у них день отдыха, да, в общем-то. Нет, они после многоборья, а какой было упорное между ними соревнование, между Ангелиной и Листуновой, они как бы поменялись двумя днями абсолютно. Один день одной гимнастке удался, второй день наоборот. Но это же все нервы. И сейчас вот я смотрю, она легко, обычно такая легко прыгает и легко бегает. А сейчас как магнитом ее тащила к полу. Тяжело. Ну и у меня впечатление, она выиграет. У нее средний балл. Это Листунова, вторая оценка, 13.033. Даже не могу сходу. 8.933, это тоже ниже, чем у Мельниковой. Да, и за значит, второй прыжок. У них прыжки одинаковые. Да, значит, но она проигрывает. Да, немножко. Она проигрывает Мельниковой. Но здесь нормально. По чистоте, конечно. Нормально, без всяких претензий. Абсолютно нормально расставили. Не делать ошибок нельзя, когда ты борешься за золотую медаль. Но больше меня смущает то, что на самом деле, вот сейчас я, глядя на результаты, вижу, что за второй прыжок у них рандат фляг с поворотом и сальто вперед, да, с поворотом. У обеих по 1.10 штрафа, выход за линию. Такое там ощущение, как будто они так обучены по технике, уже выходят за линию. Их толкало. Ты видел в приземлении? Борется, сражается, но коридор-то там очерчен во второй фазе полета, прыжка, да? И, конечно, вот этот шаг они, видно, не успевают сократить так, чтобы остаться без выхода. Но это не такая уже смертельная сбавка, но говорит о техническом исполнении, правильно? Сильно кривят душой. Не по прямой линии. Не по прямой линии бегут и приземляются, а их относят в сторону. Ну вот еще одна звездочка такая. Это все из молодежного состава, которым сегодня управляет олимпийская чемпионка Алия Мустафина. Так, второй, да, результат? Злата Сокина. Первый прыжок. О, лица. Ишь ты какая, ишь ты какая. Пируэт. И носик пируэт успела поднять. Конечно, это не тот, стоимость не та, что двойного пируэта, но она делает то, что она умеет. И это спокойно разрешается. Опа, мне понравилось. Мне как-то ее осаночка, ее вот такое настроение. Ну, чувствуется, что ей нравится быть гимнасткой. Вот, пожалуйста, смотрите, как я гордо хожу. Но уже здесь, в статусе, да, бронзового призера Кубка России в многоборье, конечно, у нее уже немножко другой эмоциональный подъем здесь. И в финале чувствует себя. Ну, давай, Лапонька. Обыграв Мельникову, саму Мельникову. Трудно, да с ума сойти. Это вообще даже сейчас из головки надо все постараться как-то ей выбросить и сосредоточиться на вторую попытку. Какой ты в прыжочек нам покажешь второй? Мадам Осокина. Так. Злата представляет у нас Ленинградскую область и город Гатчину. За первый прыжок 13.366. Ага. Ну, сальто вперед согнувшись, это легко. А она все-таки добавила поворот на 180 градусов. Он подороже, но опять же не очень. Но он такой, более-менее стандартный уже, как будто бы для всех девочек вот этого уровня уже. Да, большим прыжком они молодцы, что они это пока. И смотрите, чистенько, хорошо. Ну, шагнул как Листунова, как настоящая чемпионка. Большой шаг назад приземление. Одинаково с Листуновой. Листунова олимпийская чемпионка, а это предполагает с ней бороться впереди. Это так, шутки ради, ошибки. Ну вот, да, для того, чтобы приземляться здесь наиболее точно, без таких больших шагов, конечно, надо и отталкиваться от прыжкового стола выше, для того, чтобы, вот здесь обратили внимание, на одном уровне практически, без фазы полета какой-то. Без вырастания вот этой траектории полета было все на каком-то таком потолочном варианте ровно. Но мне показалось, что у нее в разбеге были какие-то проблемы. Плохой разбег. Потому что она первые шаги как-то очень семенила. А я обратил внимание, такой разбег неважный. Как можно с такого разбега выстрелить потом? Ну, гимнастки многие плохо бегают. В смысле, легкоатлеты вообще даже смотреть не могут, как мы умеем бегать, разгоняясь на прыжок. Глаза режут у них. Приспособилась, да, она к такой форме разбега. И уже это тоже трудно переделать. Злата Осокина тоже у нас 2008 года, года рождения. Да. Сейчас под тоже наставничеством Алии Мустафиной, старшего тренера молодежной сборной. И вот сразу именно посмотрим. Смотри, мы маленькую, 8-го года рождения, и представляем мамочку.
я так предполагаю, да? Да, это здесь такое интересное сравнение, как следующий снаряд у нас финал на коне будет. Самый взрослый и самый юный участник этого финала там будет. Расскажем об этом чуть попозже. А здесь, Элеонора Афанасьева. У нас 96-го года рождения и Злата Сокина 2008-го. Разница 12 лет. 14 лет. Да даже. С ума сойти. Ну, вы понимаете, почти два поколения в гимнастике, если да. За 7 лет можно дойти до мастера и 12, уйти, прошу прощения. Да, 12, правильно. У меня с математикой всегда было. У меня не очень. Ну и хорошо, мы друг друга поправим, и в общем правильно будет. Давайте смотрим на этот прыжок. Леонора Афанасьева, Великий Новгород. Первый прыжок. Два винта. Да, вот видите, какая техника разная. Вот у нее как не выпрямляете тело абсолютно вытянутым при исполнении, прогнувшись, да? И вот этот уголок ей приходится вращать на 360 еще раз. Вот такой вот, не классно. Это, посмотрите. Он какая траектория разворотов. Отсюда наслаиваются ошибки и неточность приземления. Да, легкое разделение после первого и второго пируэта именно в фазе полета. Но, тем не менее, уже не переучить, как говорится, эту технику. Здесь остается уже работать над качеством приземления. Здесь ее характер побеждать должен уже. Даже она уже приспособилась к такой технике. Ну и интересно, конечно, ее все-таки жизненный путь после... Вот. Видишь, как да, здесь тоже, что, безусловно, в сюжете Дмитрия Занина она рассказывала то, что после рождения детей не могла долго, в общем-то, сидеть дома. Ну что, говорит, можно пойти погулять, можно пойти там, я не знаю, еще что-то поделать, но физической нагрузки нет, не хватает. Лучше. И вот тут как азарт такой. Благодаря этому вернулась в большой спорт и получает 13,7 за первый свой прыжок. За дорогой прыжок и такая низкая оценка за исполнение. Второй. Идентичный, как и у Мельникова и Листуновой. В общем-то, по базе сложности они практически одинаковые. Есть ощущение, что она станет третьей, потому что именно по базе выйдет. Других нет. Там дальше малыши там были. А малышам еще трудно бить этот прыжок. Еще веса не хватает, чтобы создать опору, толчок, развить фазу полета. И вот они поэтому, конечно, будут биться вот это Листунова-Мельникова. Но они уже закончили и... Значит, сейчас как раз-таки борьба за третье место продолжается до сих пор. Но как эмоционально довольна она все-таки своим выступлением. Видно, что, ну, конечно, тяжело готовиться уже, наверное, в таком состоянии. Но, тем не менее... Возрасте, будешь матерью двоих детей. Я правильно сказал? Да, совершенно верно. Это, товарищи, это вам рекорд у нас чувствительно держит по продолжительности. А эта девушка, мамочка двоих детей, еще в призерах на прыжках. 13,466. И это у нас получается... Ну, я думаю, третий результат. Да, третий результат. И совсем немного, кстати говоря, на Вике Листуновой проигрывает. Чуть лучше сделай первый прыжок, могла бы, наверное, кстати говоря, ее тоже обойти, там всего 90... Да. Белорусская девочка выполняет 66 почти тысяч. А, ну она, я думаю, чуть забралась. Но один поворот, это, конечно, ну, мы уже много-много раз рассказали о том, что технически он действительно ею выполнен был не очень хорош, то что все-таки сломалась она в тазобедренном суставе, вот такое невытянутое тело и недорогой прыжок. Вот, смотрим. Опа. Ну, хочется как-то спрятать, что ты нечетко приходишь на приземление. Быстрым, быстрым шагом, думает, судья не увидит. Увидит, к сожалению. Но надо еще показать второй прыжок. Обычно в первой попытке всегда делают сложнее прыжок, но я не знаю, чем она тогда располагает. Она и первую сделала не очень. Соответствующая оценка 12,933 за первый прыжок. А, ну, это совсем... Совсем уже... простой второй, да. Ну что ж, подождем ее оценку. Давайте небольшая пауза и вернемся смотреть результат. Закончились соревнования финала в опорных прыжках. Ну и вот победители у нас. Ангелина Мельникова. Первая. Алина Шклокова и Виктория Листунова. Да вы что? Ну а теперь мы у нас сейчас аналитика нашей студии. Передаем слово с удовольствием Дмитрию Занину и Лилия Хаимова. Там сейчас у нас
Дима, пожалуйста. Да, спасибо, коллеги. Лилия Хаима, олимпийская чемпионка. Девушка, которая ездила на Олимпиаду в Токио специально, чтобы вытаскивать нашу команду на опорном прыжке. Серьезнейший специалист в этом снаряде, в этом виде. Если мы сейчас тройку призеров будем разбирать, насколько очевидно, Виктория Листунова на третьем месте, это, ну, всегда непривычно вообще смотрится у нас. Что у Вики не так было? Я смотрела Викину разминку. Мне показалось, что на разминке она прыгнула намного чище, чем она прыгнула на оценку. Немножечко, мне кажется, она ошиблась в первой части. Вот, если про первый прыжок мы говорим, да, про два винта. Да, и приземление, соответственно, было не очень хорошим. А как можно ошибиться в первой части? То есть ты разбегаешься, и ты неправильно ставишь руки? Или, я не знаю, тебя заносит, и ты не так отталкиваешься? Ты должен попасть, во-первых, в первой части прыжок, ты должен попасть очень грамотно в руки. Именно так, как должно быть. Вот со стола именно? Да, именно со стола. И отход у нее получился не тот идеальный технический, для того, чтобы ей было комфортно вращаться и комфортно видеть приземление и приземляться четко. Ну, то есть такой, она как будто перелетела стол, нет такого ощущения? Или она нормально? Чуть-чуть, мне кажется, в руках как-то, знаешь, вот в согнутые руки. А. То есть не в одно касание получилось и не в ту самую точку, в которой должно начинаться вращение. В итоге у нас вторая Шклокова, которая прыгала то же самое, что и Мельникова и Листунова. Почему вообще мы не учим сильные прыжки? Я не знаю, кстати. На самом деле очень обидно то, что другие страны не стоят на месте и двигаются вперед, и у нас как-то вот не хватает. То есть я знаю, что девчонки учат, я знаю, что девчонки пробуют, но всегда чего-то не хватает для того, чтобы выйти и выложиться и выступить с этим прыжком. Именно со сложным прыжком. Тем более, ну, здесь у нас в России не хватает специалистов на этом снаряде, очевидно. Но со времен, не знаю, Марии Посейки, которая выигрывала личные медали на опорном прыжке, таких прям супер заметных представителей на мировом уровне у нас нет. Это точно, да. Действительно, не хватает, мне кажется. И, возможно, нужно менять даже немножечко тактику подготовки опорного прыжка. Все-таки за границей многие прыгают дети и девушки, которые под своим данным физическим, они не владеют теми там прыгучими ногами, например, которые владеют там Маш Посека, да, или я там, например. Но они все-таки могут прыгать трудные прыжки. Ну вот Ангелина Мельникова может прыгать трудные прыжки? Ну окей, Ангелина Мельникова 23 года, она уже тренируется как тренируется, и вряд ли она сейчас будет ввязываться в какую-то авантюрную историю. Она спокойно делает свои два винта, и все довольны. Но и выигрывает при этом Кубок России. Но если мы говорим про тех, кто сзади, та же Злата Осокина, которая только-только сейчас начинает учить два винта, как будто бы надо уже заканчивать учить два винта в ее возрасте и переходить к чему-нибудь сложнее? Ну, мне кажется, для начала нужно прыгать хотя бы на уровне именно технической оценки. То есть это должно быть 9-0 и выше. К сожалению, не все девочки, да, исполнение могут делать настолько классно, то есть на 9 баллов. Что, например, делает Геля Мельникова и Вика Листунова. Они действительно прыгают, и это виден класс работы. У меня есть ощущение, что вот Никита Нагорный, он как будто бы не тянулся за оценкой 9-0. Он сначала делал, давайте мы будем делать трудное и приходить к нему, а потом мы уже будем доводить это до умного качества, до солидного. Как будто вот у него такая философия была, или так не работает? Все-таки не всегда работает, когда ты делаешь трудность, и по факту исполнение у тебя очень грязное. К сожалению, это не всегда работает, и чистота выигрывает все равно. То есть если ты делаешь трудный элемент, трудный прыжок, ты должен его делать очень классно по исполнению. Поэтому, наверное... Для этого и нужны тренировки. А? Для этого и нужны тренировки. Нет, ну, конечно, это все отрабатывается, но ты же учитываешь, что здесь нервы. Здесь нервы, действительно. Впереди у нас реклама, а потом будут нервы у мужчин на коне. Там нервы вообще абсолютно всегда. Лилия Хаимова была в эфире.